Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Владислав Шиндяпин. Сегодня мы поговорим об обновлении видеодрайвера в операционной системе Windows 10. Важность обновления ПО для видеоадаптера. Чтобы компьютер работал исправно и быстро, нужно не только регулярно чистить накопители от различных программного мусора и проводить загрузку актуальных обновлений для Windows. Также следует вовремя обновлять драйвера для аппаратных комплектующих. Важное обновление ПО для видеоадаптера. Все программные инструменты или утилиты или игры, которые работают с применением 3D-технологии, тесно взаимодействуют с видеоадаптером. Если ПО видеокарт не соответствует минимальным требованиям системы, неизбежны сбои и различные ошибки. А поскольку разработчики постоянно обновляют программу, презентуя новые версии, то процедура загрузки актуальных драйверов становится нерекомендуемой, а обязательной. Есть несколько методов обновления видеоадаптеров. Автоматически с помощью мастера обновления, интегрированное в десятку. Полуавтоматически с использованием ПО для сторонних разработчиков. Допустим, GeForce Experience, там AMD-шные карты, отдельную программу используют. Полуавтоматически, но это мы уже разобрали. Ручной потребуется загрузить и установить инсталлятор с сайта производителя видеоадаптера. То есть это уже не через какое-то приложение, а именно на сайт нужно идти и оттуда скачивать. Каждый вариант достаточно простой в реализации и не требует узкопрофильных знаний программирования. Но перед тем, как начать апдейт программного обеспечения ручным образом, стоит уточнить не меньше графического чипа, наименование графического чипа, то есть название производитель-вендор видеокарты. Для уточнения информации о названии видеоадаптера необходимо нажать правой клавишей мыши по иконку пуск и запустить диспетчер устройств, найти вкладку «Видеоадаптеры» и раскрыть ее. Из доступного списка следует выбрать название своего чипа. Автоматический метод намного проще. Для этого достаточно нажать на кнопку «Обновить драйвер» через диспетчер устройств и следовать инструкциям системы. Для вашего компьютера установлен дискретный видеочип производства NVIDIA GeForce. Нужно сделать следующее. Открыть официальный сайт производителя оборудования и заполнить поисковую форму нужные сведения. Дождаться подбора актуальной версии ПО для вашей системы и драйвера, а затем кликнуть на клавишу «Загрузить сейчас». После загрузки .exe-файла нужно распаковать его и кликнуть на «Ок». После завершения распаковки произойдет запуск мастера установки NVIDIA, когда система будет проверена следующим. Следует нажать на «Принимаю», «Продолжить». После успешной инсталляции драйверов стоит закрыть окно и перезагрузить систему. После обновлений всяких, неважно, какое-либо обновление вы устанавливали, и после установки последних свежих драйверов, когда вы устанавливали последние драйверы, удаляя старые, и после обновлений всяких программ и прочего, всегда нужно перезагружать систему. Действие с драйвером AMD Radeon практически не отличается. Вам также потребуется посетить официальный сайт производителя и следовать инструкциями. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Подписывайтесь на канал, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления и до скорого.